Челябинском зале Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Сегодня в этом зале состоится юбилейный концерт заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан профессора Наили Галеевны Хамидуллиной. Наиля Галеевна вошла сегодня в зал не просто на концерт. Она пришла послушать, как играют ее ученики. И, конечно, все здесь присутствующие понимают, что это самый лучший подарок учителю, педагогу, пианисту. Наш институт существует уже 50 лет. И с первых дней его жизни в этом институте работали две сестры пианисты. Теперь уже музыкальная династия Хамидуллин. Поэтому давайте мы вместе в этот вечер перелистнем страницы семейного альбома и будем не только слушать музыкальные подарки, но и вспоминать то, что было у Наили Галеевны вместе с ее учениками. Дорогая Наиля Галеевна, они очень старались. Они написали о том, как они у вас учились. Они написали, как они любят. И это все превратилось в какую-то совершенно замечательную симфонию. Сейчас на сцену выйдет ваша ученица, с которой вы в 96-м году приняли решение отправиться на конкурс во Францию. Это была очень талантливая, перспективная девочка. И самое главное, страшно трудолюбивая. Она могла заниматься весь день, с утра до вечера. И Наиля Галеевна оставляла свою студентку инструмента, уходила домой, брала горячую еду, приходила обратно в класс, кормила ее и продолжала заниматься. И все не зря. Они получили там вторую премию и отмечали день рождения этой студентки на Эйфелевой башне. Красота! Правда? Давайте мы встретим сейчас эту студентку, бывшую, на нашей сцене. Профессор, заслуженная артистка Республики Башкортостан, министр культуры Республики Башкортостан Амина Евниевна Шафикова. Конечно, неоценимо на сегодняшний день.
И, как уже было сказано в начале, вместе со Светланой Галеевной они сделали огромное дело. Они были в числе тех, кто пропагандировал башкирскую композиторскую школу. Были в числе тех, кто записывал очень много башкирской музыки. И Светлана Галеевна всегда поддерживала учеников Нелли Галеевны, всегда ее поддерживала, это уже всем известно. И я помню, уже говорилось о конкурсе во Франции. Я шла по коридору, ну, мы занимались с Неллей Галеевной, у нас была сложная программа. Как-то был разговор, что вот во Франции конкурсы, как-то все так затихло, но мы с ней все равно занимались. И тут Светлана Галеевна встречает меня в коридоре и говорит: ты подала заявку? Я говорю: ну нет пока, но вот мы думаем с Неллей Галеевной. Светлана Галеевна было любимое выражение: спишь. В общем, бегом подавать заявку, нужно ехать, и она нас тогда сподвигла поехать на этот конкурс. И действительно, это была первая зарубежная поездка наша с Неллей Галеевной, и она была просто фантастическая. 2 недели мы провели в Париже, и насколько я ощущала поддержку этого замечательного человека, это действительно была со мной рядом моя мама. Нелли Галеевна, каждый, наверное, ученик испытывает такие чувства к вам. И мы стараемся вас не подводить, мы стараемся всегда играть хорошо, мы стараемся заниматься, как вы нас учили, мы полюбили музыку благодаря вам, и все, что мы делаем, весь наш труд, то, что мы стали музыкантами, это только ваша заслуга. И позвольте мне за ваш вклад в развитие музыкальной культуры Башкортостана также вручить вам юбилейную медаль столетия Республики Башкортостан. Спасибо вам. Она и сама лауреат многочисленных конкурсов, международных, всероссийских, республиканских. Она сейчас работает педагогом в детской музыкальной школе номер 10. Сегодня наш вечер она исполнит для вас произведение Ференца Листа. Парафраз на темы из оперы Джоаккино Россини «Риголетто». На сцене лауреат международных конкурсов Татьяна Плотникова.
Сергей Рахманинов, соната для виолончели Анданте и Аллегро Мосса на сцене. Заслуженный артист Республики Башкортостан Рустем Хамидуллин, Швейцария. Партия фортепиано Екатерина Князева, Санкт-Петербург, лауреат международных конкурсов. Thank you.
Есть маленький сюрприз специально для Анны Галевны, для всех остальных. Мы подготовили романс Яхина «В душе весна». И перед этим я хочу их поздравить и сказать Анне Галевне, я тебя люблю. Thank you.
Индира Галимова. Thank you.
Дарья Вербина. Thank you.
номер 12 на сцене лауреат международных конкурсов Маргарита Султаншина. Thank you.
интермеццо ля мажор. На сцене лауреат международных конкурсов, преподаватель среднего специального музыкального колледжа Светлана Каримова. Thank you.
товарища Чайковского. Встречая юбилейный для Чайковского год, он специально для вас привез свое новое произведение. Итак, приношение Чайковского. На сцене Диас Каримов. Thank you.
на сцене заслуженный артист Республики Башкортостан, дипломант международных конкурсов Гульшат Каримова и заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, лауреат премии «Золотая маска» Ильгам Валиев. Oh.
Лили Галеевны, которая открывала наш концерт. И вот в чем огромное преимущество возраста, правда, Лилия Галеевна? На ваших глазах разворачиваются судьбы ваших учеников. И становится понятно, кто чего добился. Становится ясно, что все было не зря. Итак, мы с вами прослушаем сейчас произведение Ференца Листа «Мефисто вальс» на сцене заслуженная артистка Республики Башкортостан, профессор Амина Шафикова. Thank you.
альбом воспоминаний получился у вас, Илья Гореевич. А сейчас под ваши бурные аплодисменты разрешите пригласить вас на сцену, где вас ждут ваши ученики. Доброго, до новых встреч в Шаляпинском зале Уфимского государственного института.